Всем привет, дорогие друзья! С вами Яндартел12, и сегодня у нас продолжение магазина. Но вы спросите, где магазин? Я-то пришел сюда, чтобы делать зоопарк. Вы мне просили сделать зоопарк. Но зоопарк будет у нас необычный, но животные, которые там будут, вас просто поразят. Но вы скажете, давай, меньше слов, больше работы. Вот там обычные животные, но нет. Друзья, вы просто лучше прочитайте название ролика и посмотрите, вот какие там будут в нашем зоопарке животные. Ну вот, крипер, лошадь, страж. Вот, кстати, страж вот такой у нас. Интересно, да, что будет? А где страж? Страж. Куда он делся? А, он туда упрыгал. Они кого-то нас матерят, эти стражи. Welcome to Freedom's Life. Welcome to war, seasons are designed, oh, but I'm sleeping to the cheesy, events and warm for the daisy. This is your moment, I see your time, oh, jump in the dark and the chases, get in the pattern. Ну что, мы должны теперь сделать? Потолок. Ну что, друзья, мы должны делать потолок. И быстро. Два стража в клетку. Ну вот, путями мы заперли там старжи. Только от них как сильно Майнкрафт лагает. Потому что Майнкрафт у меня занимает 180 мегабайтов. В роботе отгадайте сколько? Очень много мест. Я даже не говорю от самой первой версии. Самой первой версии WarRobot. Очень много места занимали. Вопрос. Лошадь зомби. Здорово. Здорово. Это у нас уже необычный зоопарк, как и говорил. И теперь давай-ка мы туда же заспавним остальных животных. Вы спросите, фу, это кто такой? Ну, это экзотика. Так. Как же без наших любимых криперов? Так, ну, короче, давай теперь мы возьмем нормальных животных. Например, как медведя. Кстати, а медведей? Дельфин! Кстати, друзья, тут еще есть много, на чего мы не сделали обзор. Сейчас мы сделаем обзор на фантома, деревенского зомби и утопленника. И, конечно же, мы сделаем обзор также еще на лошадь-скелет. Этот. Рыба-фуга, лосось, дельфин, черепаху, панду, отброса и древнего старжа. Внутрь, блин, древний старж. Туда надо было древнего старжа поместить. Но древний старж туда не помещается. А мы его сами запихаем сюда. Нет. Вы просто посмотрите на это. Просто посмотрите вы на это, друзья. Ну, короче, утопленник. Утопленник — это зомби, которые тонет. Да.
деревенский житель, селянин. Но за ним могут также гнаться утопленники за ними. Давайте много, просто стаями зомби должны просто сейчас пойти вот эти утопленники. И погнаться на жителей. Вот, утопленники догоняют его. Они догоняют жителей, что же они с ними сделают? Что же из этого жителя получится? Какая кашица? Манная? Осиская? Не знаем. Давайте, зомби зажали его в угол, но житель все-таки удрал. И они сожрали его. Медведь? Халк! Этого медведя зовут Халк, давай. Халк, это же сила, давай. Давай, Халк. Ну что, деревенский зомби, это просто обычный зомби-житель. Дальше что, лошадь-скелет, вы, наверное, тоже же все видели его. Рыба-фуга. Она просто пим-пим-пим. Рыба-фуга просто машина смерти. Сейчас мы это все запустим сюда, чтобы все это убить нафиг. О, кажется, у нас новый питомец, древний старш. Это рыба-фуга, лосось. Он тут вот так. Все, я тут ломаю. И спавню туда лосося. Да, несколько лососей попали. Черепах тут много, и рыба-фуга умирает. Интересно, сколько рыба-фуга осталось? О май ганнес, она еще плывет, рыба-фуга. Рыба-фура, фуга, неважно, короче. От нее важно, что можно отравление получить. Отброс. И, конечно же, древний старш. Просто посмотрите, как лагает из-за этого всего Майнкрафт. Это настоящий зоопарк. Ну что, друзья, интересно, кто у меня купит этот цепь?